Параллельно с возобновлением программы постараемся включить в наши цели по развитию виноградарства и виноделия внедрить наши направления в европейские маршруты, подключить их в румынские. Обсудили эти вопросы еще весной на выставке в Бухаресте. В это время были проведены собрания с руководящими органами, на которых говорили о том, что предоставляется возможным внедрение этой программы уже в нынешнем году. Выразили свое желание подключиться к реализации задачи многие туристические компании Румынии. После информирования было предложено перейти к практике. Решили выбрать группу, пригласить турагентство Румынии с целью, чтобы выбранные специалисты посетили все винодельческие предприятия Молдовы для ознакомления с условиями, которые те могут предоставить, и создать необходимый маршрут для иностранцев, в том числе приезжающих в Румынию. Пускай бы туристы, посещающие эту страну и пользующиеся винными маршрутами, прибыли бы и в Молдавию. Все зависит от того, откуда выезжают в страну. Из Жужулештка, Гула, Леушен, Скулен или северных районов государства. В зависимости от пункта въезда в Молдавию будут предоставлены и маршруты. Большой интерес у туристов вызывает винодельческие предприятия села Криково. Эти подвалы притягивают туристов. Эмилия Штемич, который сравнивает с рекордсменами книги Гиннесса. А если говорить о местной традиции, то туристы могут увидеть все этапы изготовления вина. От сбора винограда до использования давильного пресса для собранного. Этим мы можем привлечь гостей, но они заинтересованы не только в том, чтобы посмотреть на эти винодельческие предприятия, но и попробовать национальные блюда, которые могут предложить некоторые из них. Общаясь с одним господином из США, 2 месяца назад попросил поделиться своими впечатлениями о Молдавии. Он отметил хорошее вино, очень красивые пейзажи, чистый воздух. Ему понравились фрукты и овощи, которые имеют особый вкус, какого не встречал до этого. Но самое важное – это люди, особенно сельчане. Они общительные и могут открыто говорить обо всем и показывать все село. Это и есть сильные стороны, которые делают наши туристические предложения интересными.